Ледовый дворец «Сокол» 23 февраля в День защитника Отечества приглашает жителей и гостей Новочебоксарска на дополнительный сеанс массового катания на коньках. Провести время с пользой вы сможете с 19.30 до 21.00. Кроме этого, как и прежде, традиционные сеансы массового катания пройдут в субботу и воскресенье. А 24 февраля в стенах Ледового дворца пройдет матч между командами «Сокол-2004» и «Мотор» из Заволжья. Еще одна новочебоксарская команда «Сокол-2008» с 22 по 25 февраля будет участвовать в матчах открытого первенства детско-юношеской спортивной школы «Юность» города Мензелинск, Республики Татарстан, приуроченного ко Дню защитника Отечества. Пожелаем нашим ребятам удачи!